Наше будущее во многом зависит от нашего взгляда. Первое, о чем я хочу поговорить, это то, чем вы питаетесь духовно. Мне сложно выбрать, что говорить вам, потому что у меня есть столько всего, что я бы хотела сказать. Я постараюсь передать главное, потому что это на самом деле очень важно. Ваша внутренняя жизнь, духовная, душевная, то, о чем вы думаете, очень сильно влияет на видение будущего для вас самих и на то, как вы пророчествуете. Я считаю, что самое важное в возращивании пророческих людей — это внутренний мир. То есть в то, во что мы верим о Боге, на что мы обращаем внимание и пристально смотрим. Нам нужно стать людьми, которые желают лишь одного. А желания зарождаются в душе, которые ищут одного. Созерцать его красоту, созерцать его самого, искать ответы в его храме. Все это начинается изнутри, из души. Это так важно. Мы так часто пророчествуем из своего собственного милосердия, нашего сострадания, нашей души. Нашего сострадания. Мы видим людей в их проблемах, и мы хотим пророчествовать. Иосифу, чтобы вытащить его из ямы. Иисусу, чтобы он не шел на крест. Как пророк Ага в Деяниях 21:10. Идеальный пример из жизни Павла, который направляется в Иерусалим, и его встречает пророк и говорит: «Так свяжут евреи в Иерусалиме того человека, кому принадлежит этот пояс, и выдадут его язычникам, и связывают его, связывают ему руки». Он видит, как с ним случаются неприятности по пути в Иерусалим. И он пророчествует Павлу, чтобы он не шел туда, потому что он увидел беду. Что увидел Петр, когда Иисус сказал ему, что он идет на крест? Какое было видение у Петра? Господь, пусть с тобой этого не случится. И что ответил Павел Агагу? Почему вы горюете? Неужели вы не знаете, что я люблю этого человека, я хочу отдать свою жизнь за него? Неужели вы не видите, что это приглашение для меня, чтобы я мог выразить свою любовь? У Иисуса с Петром было то же самое. Неужели ты не видишь, что для меня это приглашение и возможность отдать жизнь ради любви? Отойди от меня прочь, сатана. Ты сбиваешь меня с пути, ты думаешь не о Божьем, а о человеческом. Ты думаешь не как Бог, а как человек. У тебя человеческий разум. Ты не видишь глазами Бога. Ты видишь неправильно. Мы считаем, что боль — это плохо. И мы идем пророчествовать людям, чтобы избавить их от боли. Мы хотим помочь им выбраться из боли в то время, когда Бог ведет их прямо в нее. И мы действуем против Бога, не с Ним. Отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Тому же самому человеку он сказал: «Ты камень, и на камне этом я построю церковь свою. Я даю тебе ключи».
«Отойди от меня, сатана!» Он узнал голос, и это был голос не его отца. Это был страх. Это была зона комфорта, в которой можно укрыться от боли. Бог ввел туда Иосифа. Это был прекрасный план. Он ввел туда Иисуса, и это был прекрасный план. Вы должны это понять. Мы не можем пророчествовать из нашей души, из жалости к людям, потому что мы думаем, что мы милосерднее Бога. Это так связано с его путями, которыми он ходит и совершает свои дела. Это путешествие, в которое мы отправились, это нормально. И в конце концов, как в песне Песней в 8 главе описывается путешествие молодой девушки, которая становится зрелой невестой, и в итоге, в конце этого пути, у нее нет больше страха смерти, страха боли. Страх боли будет держать вас в темнице. Люди уже боятся боли. Нам не хочется им пророчествовать. Мы боимся их боли. Поэтому мы хотим избавить их от боли. Нет, страха нет. И почему мы боимся боли? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Нет, это правда. Это нормально. Почему она нам не нравится тогда? Если правильно на нее отреагировать, что происходит? Знаете, почему вам больно? I can hear it in the room. There's a few people that were in the 12-week training, and they're like, I know she said this. I can hear it in the room. Единственная причина, по которой вы страдаете и чувствуете боль, беспокойство, это потому, что вы не согласились с Богом. В нем нет боли. Каждая возможность боли — это подарок. Если правильно на нее отреагировать, это углубит вас в познание истины о том, кто Он есть. И тогда больше боли не будет. Боль — это всего лишь недостаток познания Бога. Точно так же, как и страх. Это та область внутри нас, которую мы еще не познали, кто Он, и с чем мы еще не согласились. В нем радость всегда, даже в ужасных обстоятельствах, даже в скорби, даже в переживании скорби, во время скорби есть радость, потому что Он — радость. И в нем нет боли. Боль — это подарок. Именно в ней мы меняемся из славы в славу, из силы в силу. И это его путь. И это преткновение для нас. Но это только потому, что мы еще полностью не преобразились. Не вошли в полноту того, кто мы есть на самом деле. Но в полноте, и вы читали об этом в Библии, есть восстановление, нет больше слез, нет боли. И это не только ожидает нас в будущем, когда придет полнота, но Он уже здесь сейчас. У нас есть к Нему доступ сейчас, мы призваны двигаться в Нем сейчас. И болезненные ситуации помогают нам туда прийти. Не знаю, как у вас, ребята, но в самые болезненные сезоны моей жизни, когда я правильно реагировала, смотрела на Него и созерцала Его. Это приносило сильное ускорение в мою жизнь. И помазание вырастало в разы. Духовное продвижение приходит через боль. Движение приходит через боль. Ускорение приходит через боль. Когда в моей команде у людей начинают происходить такие ситуации, я радуюсь, потому что это хороший знак. Я много разговариваю с людьми каждый день, и бывает, они говорят, у меня случилось самое ужасное в жизни. Ты шутишь? Это же хорошая новость.
Почему мы позволяем тяжелым обстоятельствам контролировать нас? Дело во взгляде. Вам нужно иметь его взгляд на то, как он действует. Страха нет. Нам никогда не нужно бояться. Боль приходит только от страха. Я ответила на ваш вопрос? На самом деле, именно страх боли обездвиживает нас, контролирует и приводит в ужас. Как мы реагируем на саму боль? Ну да, больно. Ну и что? Мы можем найти его в этом месте, он будет за нас. Давайте поговорим о переживании. Когда вам больно, и вы у креста, вы можете видеть его там, дружить с ним. Как вы думаете, как люди начинают нести с ним одно бремя? В этом пути? Вы встречаете людей, у вас есть что-то общее. Но именно в трудностях, когда вы вместе с людьми в этой яме, вы проживаете их там вместе с людьми, вот где рождаются настоящие близкие отношения. И когда с вами происходит это, и он к вам приходит в это место, или вы к нему приходите в этом состоянии, ничего не может быть ценнее этого. Ничего не сравнится с этим. Когда я вспоминаю самые болезненные периоды в моей жизни, они так ценны для меня. Вспомните Иосифа. Что он в конце концов сказал своим братьям? Его братья бросили его в эту яму, отправили его в это путешествие. Бог использовал его братьев, позволил его братьям это сделать. И в конце этой истории что сказал Иосиф? Посмотрите, что в нем изменилось благодаря этому. Это был теперь смиренный человек. И эти ситуации подняли его выше. То, через что он прошел, сделало его таким смиренным и кротким, что он смог всеми ими руководить. Это Божьи пути. Но если мы защищаем себя и хотим уберечь себя от этого, мы не продвинемся дальше. Какое самое главное предложение в пятой главе «Песни песней», где речь идет о кресте? Я обожаю это. Я помню, как я там была. И это возможно только благодаря Духу Святому, что ты можешь сказать свое исповедание, когда весь ад ополчился против тебя. Есть темные ночи души, а бывают темные ночи духа. Понимаете, о чем я? Когда весь ад обрушился на вас, и демоны мучают вас, вы спрашиваете, где Бог? И все рушится. И у вас нет сил ни на что, кроме того, чтобы есть конфеты и смотреть телевизор. Когда все, что вы делали в своей жизни, это следовали за ним всем своим сердцем, и бесы мучают вас и разрушают вашу жизнь. На самом деле, я не ела конфеты. Я не знаю, зачем я так сказала. Я лежала в постели и плакала. Демоническое давление было таким сильным. И помните, что девушка сказала в этой ситуации? «Если встретите возлюбленного моего, передайте ему, что я от любви изнемогаю. Я не чувствую тебя, я не слышу тебя, и кажется, тебя нигде нет, но я не обиделась». Я изнемогаю от любви. Это отрезок нашего пути. Это поворотная точка нашей пути. Именно там начинают происходить главные изменения. Именно в этой точке нашего пути. По другую сторону креста, где она не обижена. И она не только не обижена, она изнемогает от любви. Скажите ему, что я от любви изнемогаю. Демоны мучают меня. Это Иисус на кресте. Поэтому это возможность для нас, это подарок для нас, найти его в этом состоянии, смотреть на него оттуда и сказать, я не обижен на Иисус, я изнемогаю от любви.
Такое может быть только благодаря Духу Святому. И как мы сильно обижаемся, когда Бог не заступается за нас. Но на пути Он работает с нами, Он производит это в нас. Шаг за шагом мы меняемся благодаря столкновению со страхом боли, чтобы больше не бояться боли. Итак, мы говорим сейчас о сфере души. Откуда исходят ваши мысли? Из вашей души или из разума Христова? Ваше видение из души или из разума Христова? Когда я жила из души, я пророчествовала из души. Потому что я видела, я определяла, что хорошо и что плохо, и я пророчествовала из этого. О, это было просто ужасно. И этого так много в церкви сейчас. Это ведь просто красивые слова.